Нас с вами держат за быдло, за болвана. Путина нам хватает ума избрать? Впаривают диктатуру, коррупцию, лишение каждого из вас последних прав. Вы не будете знать ничего, что происходит. Вы будете кушать только вранье. Девиз новой власти. Мне им дела нет до России. У них есть царь. И все вы царь ведете себя так. Царь пожизненный, так. А президент избираемый. В 8-м году мы еще его посмотрим, чем кончится сейчас его президент. Мы еще посмотрим. Я считаю, что будет просто тупое оболванивание людей, полная цензура на телевидении и массовые фальсификации выборов. В России всегда вертикаль власти и твердая рука кончалась хаосом, войной и разрухой. Демократия, Володя, это очень просто. Когда власть выбирается людьми и перед ними ответственна. А против демократии стоит так называемая вертикаль власти. И насадят на нее, нас на нее, как, извините, на осиновый кол. И Россия окончательно погибнет.